В Караганду сегодня прибыл вымпел Победы. Он символизирует преемственность поколений и верность памяти тех, кто воевал за мирное небо. Напомним, акция «Марафон» в честь 70-летия Великой Победы стартовала в Астане и в ближайшие дни обойдет все основные воинские части страны. В Караганде торжественная передача вымпела Победы состоялась на площади у мемориала «Вечный огонь» в присутствии ветеранов. Воины и победители получили поздравления от Верховного Главнокомандующего Республики Нурсултана Назарбаева. Всех участников акции поприветствовала рота почетного караула. Спасибо нашему президенту, который уделяет внимание на ветеранов, вот, и всегда обращает внимание и помогает. Мы пришли всем, чтобы возложить венок вечным огню.